На 14-м фестивале «Рязанские смотрины» всех приехавших в наш город театральных деятелей в прямом смысле слова загнали в рамки. Рамки классики. Ведь большая часть спектаклей в этом году поставлена именно на основе классических произведений. Разные эти спектакли по форме, по содержанию. Есть спектакли для самых маленьких, есть спектакли для самых-самых-самых умных. Там и Достоевский, и Обломов, и Гончаров, и Мериме, и Гоголь, и Пушкин, и Чуковский, и Маршак, и многие-многие другие классики, которые сегодня обрели прописку на сценах рязанских театров. Вот это замечательный такой. В этом году огромное количество гостей, потому что приехали победители региональных смотров, актеры театра кукол, которые получили путевки или как бы творческие командировки на рязанские смотрины в качестве приза Центрального союза театральных деятелей. Иллюстрируя главную изюминку фестиваля, церемонию открытия проводил сам Лев Николаевич Толстой, конечно же, с помощью Валерия Шацкого. Все участники, прибывшие к нам из самых разнообразных уголков нашей Родины, получили подарки и после поднятия флага рязанских смотрин отправились смотреть первый спектакль. В этом году фестиваль открыл Санкт-Петербургский государственный кукольный театр сказки, представив на суд зрителей сказку «Терешечка» или «Как победить ведьму». Режиссер этого спектакля определяет его не как детский, а как спектакль для детей с родителями. И вот я не понимаю, что такое детский спектакль. Просто мы разговариваем таким языком метафоры, языком поэзии, который близок больше детям, потому что они еще не успели стать взрослыми, не успели застегнуться на все пуговицы и поглупеть. Вот. Поэтому мы показываем для детей и для взрослых, которые не успели встать по-настоящему, ну, остались поэтами в душе. Поэтому у нас всегда как бы два плана, несколько планов спектакля. Понимаете, мы же взрослые, мы говорим о своих проблемах, потому что нам смешно. Дети находят что-то свое, взрослые что-то свое. И наш театр как бы, он себя позиционирует, так как говорится. Он себя позиционирует на театр для родителей с детьми. Закрытие фестиваля намечено на эту среду. Ну а до этого времени у всех рязанцев есть возможность познакомиться с лучшими кукольными спектаклями как для детей, так и для взрослых на ведущих театральных сценах города.